усталые игрушки, хватит спать. Просыпайтесь, Филя, Хруша, не дремать. Новый год, вот к нам в дверь стучится. Фрейду мы пойдем учиться, пригласим в музей всех своих друзей. Ну, дедуля, не дремать, это как же понимать? Ты у нас, конечно, гений. Это ясно, без сомнений. Но и я совсем не дурочка, современная Снегурочка. Ты на Филю не кричи. Фобия придет в ночи. Посмотри на Хрюшин вид. У него сплошной вид. Люди мои, одна беда. Нам без Фрейда никуда. Почему-то очень-очень Филя чем-то озабочен. Не могу понять. Скоро сгинет год собаки, спору нет. Передать я должен Хрюше эстафету. Я его куда-то спрятал. Вот скажите мне, ребята, где его искать? Что же делать, Дед Мороз? Подцепил собака Филя вместо блох, еще и склероз. Что же делать? Дай совет скорей. Потерялся где-то странный эстафет. Где его искать? Что же это за таинственный предмет? Нам найти его поможет доктор Фрейд. Мы поищем откровений в темном царстве сновидений. Глазки закрывай. Валю. Валю. Глазки закрывай. Боец грибов. Приняв феназепам, наш Хрюша быстро отключился и мигом оказался там, где чудный сон ему приснился. Колбасило его жестоко. В пещере Ближнего Востока он вдруг нашел себя с просонок. Там в окружении дивных баб его приветствовал араб. Здравствуй, свиночка моя. Буду пусть я тебя. Запрет! Запрет на свинину! Харам! Харам! Дорогую удачу.
Выпил. Рюмку водки. Наш Крюша еще раз выпил рюмку водки. Стянул свои термоколонки. Зевнул. Разделся. И в постель залег. Закрыта дверь. А под подушкой пуховый пакет с берушами лежит. Умолкло все. Наш Крюша спит. И снится Крюше чудный сон. Как в ресторан помчался он. Вот он стремглав подъехал к сеням. Взлетел по мраморным ступеням. Пошел и видит. Пир идет. Народ встречает Новый год. Опять я не могу понять, как этот сон истолковать. Вот песню громко заорал, сосиску пьяный отбирал. Вот коньяком конец убитый молитву шепчет инквизитор. А вот как пьяные цыганки игриво пляшут индианки. Три сексуальнейшие пели, явившиеся из крыши от дверя. А рядом жрет капустный лист, хвативший рюмку трубочист. И никаких намеков нет. Ну где же все же эстафет? Дам тебе, свинья, совет, где найти твой эстафет. Посмотри на подоконник, поищи там Фрейда, Сони. О, наш великий Фрейд сказал, если снится адмирал, форменный мундир одет, это символ обнаженки. Ни при чем тут эстафет? Господи, пролей же свет, где запрятан эстафет? Не найду, и мне конец. Помоги, помоги, святой отец! In nomine Patris, et Filii, et Spiritui Sancti. Фрейд, отмети у нас визит. Коли снится инквизитор, вникни в мудрые слова. Огонь – мужчина, женщина – дрова. Это символ адюльтера. Вариантов больше нет. Видишь ты здесь эстафет? Отвлекитесь-ка от пьянки. Помогите индианке на вопрос найти ответ. Кто же стырил эстафет? Даже маленький ребенок, тот, что помыслами чист.
пеленок, если снится трубочист. Это символ. Вот я! Ты нас достал! Объявляется враг! Быстро водки мне стакан! Начинается конка! Покажусь во всей красе! Девушки танцуют все! Девушки танцуют все! Канкан где? Адмирал сказал танцевать канкан. Девушки танцуют все! 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 Мы все! Всех сторон.